сколько перетанцовано под эти песни. Да. Скажи, правда классно? Ну, это хорошие вещи, которые вот неприходящие такие. Когда же музыка писалась, не компьютер писал, не машина создавала, а люди создавали. Поэтому мелодия есть. Поэтому наложиться на ухо, как правильно сказать, на сердце. И вообще, вот, Валер, когда вот говорят, пишут музыку, мне кажется, что уже все написано. Да. Ты знаешь, надо просто с благодарностью подходить к этому. И с благодарностью делать, с уважением, с любовью. И сердцем. И сердцем. Ты знаешь, а мне вот даже нравятся вот такие вещи, да, как... Вот. Даже вот Вячеслав Добрынин мог писать хорошие песни такие. Мог, да. Попробую сыграть, если получится. Давай, Добрынина будем сейчас, да? Да. Давай. Заранее извиняюсь, но руки замерзли, да. Так что... Видишь, люди приходят и уходят. Я Добрынина видел в Ялте, ой, давным-давно. Видишь, нас приветствуют. Девочкам понравилась мелодия. Женщины шли, показывали, что супер тоже. Валер, а итальянцев тебе не играл? Не, наверное. Я пущу одним роликом это все. Эту красоту и разговор, и все. И вот я, когда встречаю хорошего музыканта, а еще... приятного собеседника, который хорошо рассказывает. Первое. Для меня Я хочу извиниться за прошлый раз. Я говорил очень нервно, очень зло. Но красиво и по делу. И играл ужасно, испугался. Безобразно. А не выдумывай, Дим, не выдумывай. Да, сыграем итальянцы. Давай. Перешли на зарубежную эстраду, друзья. Для разнообразия. Для разнообразия, да. Thank you.
шикарно, просто шикарно. Люди это чувствуют, когда идут. Начинают улыбаться, настроение поднимается у людей. А ты знаешь, чем мне нравится вот инструментальное... Присаживайтесь, мы вам сыграем еще. Чем мне нравится инструментальное исполнение? Когда ты играешь вот песню, да? Там ага. Текст есть, там понятно. Угу. А ты играешь мелодию, ну, при помощи инструмента, да? Да. То есть, не надо текст весь, все. Мне кажется, в этот момент люди могут сами напевать. Да-да-да. И да. сами это. И я не мешаю своим голосом, я просто аккомпанирую, играю. Да. Мне кажется, это очень такой неплохой вариант. Даешь ритм, правда? Да. А что петь? Поют. Поют многие, да. Поют многие, не да. Не всегда хорошо, но поют. Как мы смеялись. Так я же пою громче всех в классе. Громче тоже надо уметь. Но. Лужёная глотка надо иметь, да? Не знаю, мне, хотя на каждую кастрюлю, Валер, найдется крышка, правильно? Да, 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 согласен. Так что иногда мои категоричные высказывания принимаются так категорично. Да, иногда как-то надо. Юморной парень. Да, что-то. Переклинило. Переклинило. Было жарко, он не раздевался, а что стало холодно, разделся. Или вот но юмористов хватает. Да, ну коль мы итальянская, давай французская сыграем. Давай. То, ну французская... Ой, мой любимый Джо Дассен. Джо Дассен он всех любимый. Всех не. Да. Он всех не любимый, да. Джо Дассен, друзья. Французы будут. Его воспринимали как американца и иногда ну, так предвзято относились. Да, ну потрясающий был певец, правда? Потрясающий, да. И вот... Ну, девушки красивые идут, я покажу их. Красотки брестские. И знаешь, вот как-то он не обладал большим голосом, но так завораживающим. Да, да. Я да. никогда не забуду. У меня была пластинка Джо Дассена. Я слушал, я ее затер эту пластинку. До дыр. Какая-то магия. Да, была такое, да.